Всем привет, ребята, это мат на заказ, и сегодня мы для Павла Вертилецкого даем мат двумя фигурами одновременно. Голландка. Ты Голландка. доволен? Да. А пока понятия не имею, как мы будем это делать. Я считаю, что это невозможно. Да почему? Хочешь сказать, что ты ни разу не дал такой мат? Я уже не... Ну, может, один раз на 5000 партий. Ну так теперь у нас есть цель. А. Так, ну как можно дать такой мат? То есть нужно как-то отскочить фигуркой. Это может быть конь там, может Слон и конь, слон и например. конь, например, да. Или пешкой H, например, скрыть линию, дать конь. Ну, поставить линейный мат. То есть, ну, так вот, батарея линейного мата, только вместо короля, мы вскрывали королем, поставить аналог вот сюда. И там две ладьи будет. И вот А, вот какой-нибудь такой так. мат. Ну, это тоже оно. А можно так тройной может даже получить. Тройной невозможно. Почему? Ну, по правилам. Почему поп... Ну, Ну, тройной мат. представь Но позицию мат тремя тройной. фигурами. Ну. Как ты туда добьешься? Ну, так также будет линейный Это мат. невозможно. Да возможно. Нет, ну поставишь позицию после партии. Ну, прямо на этой доске. Хорошо, смотри, допустим, я тебе представляй. Ну. Король на F1. Ну. Ладья на B1 и B2. Ну. Слон на C1 отскакивает. Ой, нет, слон. Король тогда на G1, и слон Ну. отскакивает на E1, дает мат. Куда дают мат? Слон отскакивает на E3 с поля C1. Только И. двойной. А, двойной, двойной, да, понял. Обидно. Вот, например, вот такая система нас строит. Это же мат двумя фигурами. Да, я про нее тебе и говорю. Ну, есть более интересная конструкция. Так, ну пока у нас хуже, нет? Нормально, хорошая позиция. Просто никаким матом тут не пахнет, конечно. Чем идем G5, G4 мат ставить? Вон, звернулся он коня. Например, вот... Я даже не знаю, что сделать, если это получится в первой партии. У тебя есть какая-нибудь идея? Что делать в данном случае? Да. Пить. Нет, ну как дать мат вот сейчас, вот в этой позиции? Вот сейчас, Нет, кстати... так. Ну, да ладно, я понял. Видишь, он сопротивляется. Так, и... Да ничего. Играем. Просто играем в шахмат. Ну, пока не очень получается, пока не очень понятно, как это делать. Нужно коней сохранять, ого. Так, ну а... Ну, думай. У нас уже всего один конь остался. Менять фигуру надо. Почему эта ладья туда встала, а не другая на Е1? Вот хотим дать. Ну зачем? Ага, ты хочешь вторую подкатить. И будет мат двумя И фигурами. ладья же один мандат. Симпатично. Но нужно, чтобы соперник... А он сейчас съест на F6, смотри. Ну да, съест. После этого давай думать. Может быть, король G7 там чем-нибудь считать? Можно даже сначала ферзя будет съесть? Или он сейчас сдаст на... Смотри-ка. Ситуации с такие ходы делаешь. Ну. Так, теперь еще как есть идеи какие-нибудь Нет, важнее? тебе и нет. Теперь нету? А? А, может быть... Господи, почему он до конца бьется? Это что за ход? Это... Не знаю, мат в один ход. Ладно, давай искать. Есть какие-нибудь... О, подкати пушку пока на G1. Да, Тут. на G8. Потому что он побьет? Ну Так, ну... да. У нас уже не хватает фигур, понимаешь? Почему у нас есть конь на C7? И что он будет делать в этой позиции? Он должен прийти туда. Ты повел, да? А что делать?
Как он должен мат? Вот объясни мне, как он должен дать Не мат? нравится этот соперник, у него есть шанс. Ну придумай конструкцию, пожалуйста. Объясни зрителям желательно. Ну, фигня e4 и ладья один мат. Какая еще может быть конструкция? Тут просто геометрия доски не позволяет Вот, по-другому. кстати, вот он почти. Да, грозим, кстати. Грозим. И все равно грозим. Сейчас коня соберет, и мы можем дать мат, но не можем, потому что это всего лишь открытым шахом, надо двойным. Так, ну может быть получится А защититься тогда. что ты делаешь? Ты не видишь, что тебе мат будет? Надо бежать с королем туда. Фигня какой-то занимаемся. Так, мы убежим, нет? Нет, ничья. Почему? Добежать обратно. Иначе он зашахует по полям C8, D6. Ладно, давай маты, прям поехали следующий. Слушай, ну мы были близко. Что ты делаешь? Ты хочешь ничью? Да, она достигнута, по-моему, нет? Лично. Я понимаю, но я все еще лелеял. Надеюсь, что.